Привет, дорогие подписчики и гости моего канала, мы продолжаем играть Doom. И судя по всему, насколько я могу судить, это будет финальная с вами серия. Да, это было очень классное прохождение, но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Так. Ничего не упускаем из виду. Какие-то странные строения. Не знаю. Что-то мне подсказывает, что мы здесь будем ходить долго. О, это ж я! То есть они своему самому заклятому врагу возвели статую. Охренеть. Или это были те ребята зеленые в рыцарских костюмах, которые мне честь отдавали. Хм. Прикиньте, как в аду орден сопротивления демонам. Как вариант. Черт, я не убил в предыдущем уровне сколько демона бензопилой. А мог бы! Твою налево. Я об этом совсем забыл. Портал! Куда я попал? Смотри, какой живучий. Я этого парня вроде зверски еще не убивал. Биг цензура ган. Окей. Это испытание тоже намекает на, как бы, финальный уровень. Череп приключений. Окей. Одним выстрелом. Но это только из BFG. По-другому их одним выстрелом не убить, мне кажется. Но вообще этот шквальный огонь полностью улучшенный. Я думал, он будет помощнее всего оружия в игре. Но, судя по всему, у него есть какой-то лимит увеличения урона. Как мне кажется, двойной. Может и нету, но смотрите. Двухстволка дает больше дамага. Все что ли? Блин, надо было сразу берсеркера использовать. А я с ним что-то затянул. Ну ладно. Никаких секреточек. Эх, черт. На одного только импа. Ё-моё, это то, что мы ищем? Тихо, тихо, не рычать! Не рычать! Ой, а патронов-то всего одна штука. Ой! Какие они слабенькие. Беспомощные. Тихо! Смотри, как близко подкрался. Тоже мне. Ой, а ты кто? Он с одного выстрела умирает. Прикольно. Не думал, что. Но он такой слабенький. Рыцарь-то наш. Ага.
Что-то по тайникам пока что жопа какая-то. Сколько их всего? 5 штук. Довольно мало. Это что, это автокарта, скорее всего. Да. Кто там? Как вас убивать зверски, мне интересно. Ой! Твою налево, а? Я правильно вообще иду? Ну да. Все правильно. С кубками лучше особо не заморачиваться, а стрелять на поражение из пушки Гаусса. Вообще эта пушка Гаусса напоминает мне какое-то оружие из другой игры, тоже старенькой. Но не припомню, из какой конкретно. Чего нет? Да, что там? Пока что все плохо. Ну, тут сейчас будет сражение. Да, уровень маленький. Такой. На самом деле. В плане тайников не знаю, что он мне может предложить. Ну, давайте! Я посмотрю, как вы будете это исполнять. Смотри, его не задело. А есть еще желающие? Что-то пока не видно. Где враги-то? Да не то. Блин! Блин! Долбаная стена, которая попал в заряд моего EMG. Ой, жестко, жестко, жестко! Теперь как-то более-менее нормально. Очко улучшения оружия. Сколько у меня их там, кстати? 10 штук? Ха. Чтобы их еще потратить. Хм. Ну, как вариант. Пестик, что ли? Да не. Давай попробуем. Не, мне не сюда. Куда-то туда. Откройте! Нет, что-то не хотят. Откройте! Думер пришел!
Что-то мне подсказывает, что мне здесь не рады. Похоже, сюда. За его! Открывайте! О! Ёбана! Что это за чудище? Огромный паук. Души призраков. Какого черта? О! Дружище! Чё ты мне пальцем показал? Туда идти? Призраки элементали? Хотя никто еще не видел этих существ, о них известно многое. Демоны, поклоняющиеся им, встречи во всех исследовал областях ада, согласно письменам, наведенные святилища Кадингир, призраки эти элементы, носящие в мир аргумент Днур, которые были колонизированы в первую эпоху Вознесения. Народ аргент Днур обожествлял призраков и защитил их силами своих лишь у них воинов, ночных стражей, считающихся, что они были насыщены мощной энергией. Черт, это муть вообще. Я думал, мне дверь откроют. Нет, он мне показал в другую сторону. О, тут пасть кто-то открыл. Эта пасть была закрыта. Свечи. Он не должен их освободить. Ты получил приказ, да? Смотри, по-другому работает. Ну-ка, если я поменяю. Да, звук меняется. Интересно, почему? О, как! Эта штука работает несколько по-другому. Она по площади. Я думал, она вперед выстреливает какой-то такой. Но в мультиплеере эта штука все равно круче. Так, какое там испытание? Секунду. Убейте нескольких демонов одним термоударом 20 раз. Да ты гонишь, я этого не успею сделать. Да, так что... Лучше вот это дерьмо. Всего один? Ты шутишь, что ли? Так, вот сейчас имеет смысл выпустить. Блин, я думал пройдет. Видели, он появился без анимации. Этих особо не задело. Гранаты я редко кидаю. Настолько редко, что даже смешно. Ну как, умрешь? Он даже от этого не умер. Но в мультиплеере граната он пертачит. Баланс совершенно другой. BFG не тащит, кстати. Вот как дополнительное оружие высвечивается, там... Там мощнее гаусс-пушка почему-то. Почему эту хрень нашел только сейчас? Ну! Подходим, подходим! Разбираем пирожки! Горячие! Того манкубуса надо успеть! Мать твою!
Все. Сколько можно? Не понял. А, одним выстрелом я зачем-то в него стрелял. Черт. Все? Нет, музыка еще идет. Кто-то здесь есть. Нет, музыка закончилась. Никого здесь нет. Кто-то, похоже, скончался от старости. А, то есть был легальный способ сюда подняться. Окей. О! Здорово! Так. Блин, как с ними взаимодействовать? Не понимаю. Модель пулемета. Все это полная хрень. Ни одному дуберу не дал 5. Ну что это такое? С этой игрой что-то не так. Эти души мне как-то помогут в Final Battle? Интересно. Опять он мне куда-то туда показывает. Зеленый огонь. Блин, зеленый цвет. Не люблю зеленый цвет. Особенно такой токсичный. Школьники по нему текут, но меня бесит. Ха! Это было явно неожиданно для него. Чё бы такой пожрать, да? Тут плюха прилетает. Ты решил отомстить за братку, да? Что-то в тебя ничего не вышло из этого. Вот черт, не свезло. Все демоны куда-то делись. Так, секунду. Еще раз отвлекаемся. Убить 4 или более демонов за одно использование мобильной турели 5 раз. Попробуем. Думаю, это будет не так сложно. Так, закончились патроны. Печально. Черт! Воу! Что это вот сейчас было? Что меня убило? Откуда? Как? Ну кто-то сзади, ясное дело.
Мощная такая волна вообще пошла. Ну давай попробуем еще разочек. Откуда мы начинаем? Нравится мне здешняя архитектура. Где-то, блин. Ладно, не важно. Так, ну давай. Да, перегрев. Не рассчитал. Отлично. Тихо, Пинки, тихо. Не надо глупить. Не надо. Твою мать, патроны! Да, сейчас эта хрень отлетела. Так, нужно кого-нибудь зарезать. Он был идеальным вариантом. Да твою мать! Как так? Все. Сейчас все будет нормально. В прошлый раз я все делал по-другому и продержался достаточно долго. Обжегся еще. Дерьмо. Бум! А он какое-то время еще был жив. Ну, попробуем еще раз. Не удастся тебе, не удастся. Так, импы. Пока есть маленькие импы. Так, еще один раз. Так, ну кто там следующий? Пинки, Пинки, Пинки! Пинки! Твою мать! Ну как так? Сколько можно? Все. Все. Пулемет он на самом деле имбовый, вот этот, который турель, но прокачать его. Хотя с учетом того, что каждый раз по одному разу так. Потихонечку, потихонечку. Он и прокачался уже. Все грамотно продумано. Хотя на самом деле ни хера не грамотно. Было бы лучше, если бы я уже прошел этот уровень. Ну где? Есть еще импы? Импов нет, но есть барон. Есть барона. Не сработало. Черт, да пошло оно все. Дробовик. Перегрев. Вот дерьмо. А вот сейчас получится, мне кажется. Отлично. Теперь никакого перегрева. И подожди. Или он просто будет дольше накапливаться. В любом случае, это классно. Что, другое оружие. Что легко. Точно, есть же двойной прыжок. Это убийство так просто выполнить, а я все время уступы какие-то искал. Я мог бы того барона запросто убить.
убить. Эх, черт. Новая волна, новые проблемы. Глянь. Ну, первый режим пулемета мне на самом деле больше понравился. Хотя вот эта вот турель, как она разворачивается, это выглядит очень клево. Вот там. Ока. Мало боеприпасов. Нет, тогда не стоит. Твою мать. Ну снова. Все же так гладко проходило. Гребаный кокодемон. Ладно. Все-таки я преследую цель прокачать оружие, а не пройти эту главу. Не надо так. По-человечески надо. А на что я могу потратить? По факту уже ни на что. Или проще сказать, не на что. Ну давай сократим. Убейте трех призванных самонаводящихся призывателей. А, ну призывателей я убивать не буду, хотя... Нет, буду. Ладно, посмотрим. А в войне с кибердемоном это бы помогло. Нормально. Вообще нормально. Мясо! Успел отойти. Да, он идет. Отлично. Все, больше ничего прокачивать не надо, можно спокойно проходить этот уровень. А можно было с первого раза. Верно? Верно. Потом, чего уж там. Нет модификаций, почему? Я подумал, какого черта здесь происходит? Да ты гонишь. Ох, вот сейчас начнется жопа. Нету боеприпасов! Их нету! Их просто нету! Это очень плохо. В прошлый раз ты меня убил, наглый Кока! В этот у тебя ничего не получится! Граната-вампир! 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 Мне показалось, или Кока Демон только что съел импа. Гранампир!
Мне бы броник сейчас найти. Все-таки нашел применение этой гранаты. Неужели все? Охренеть! Охренеть! Я это сделал! Ну, сколько всего! Ну сейчас что-то будет дико-дикое. Дико-дикое. Ну вы меня поняли. Оливия? Ты все еще жива? Призраки элементали? А, смотри, каждый раз о них что-то новое присылалось. Но я и так слишком много времени уже потратил. Пацаны! Йоу! Йоу! Мне после прохождения дадут такой костюм в мультиплеере? Я просто такие видел уже. Йоу! Воу! Воу! Здрасте! А, она зомби стала. Они так много мне обещали. Конечно. Но послали тебя. Чего ты хотела? Это так тупо. Все. Бай-бай. Ну где там Титан? А где Титан? Покажи ты мне его. А, погоди. Это Оливия? Глянь, это... Это мозг робот, блядь! Я-то думал, их уже не будет. Но вообще, это самый сложный юнит из... Дума. Из всех существующих. Поэтому увидеть его здесь, это прикольно. BFG! Время BFG! Чё творишь? Вот такого он точно не умел делать. Охренеть. Смотрите, урон не растет. Меня обманули, стой. Дай почитаем. Успешное попадание по всеми тремя выстрелами при шквальном огне повышает урон наносимый в следующую очередь. Эффект суммируется. А я не вижу. У него одно и то же здоровье тратится. Похоже, там реально есть какой-то лимит. О. Лучше уж миниган. Нет, подожди. Лучше уж такой миниган. Да не. Явно мозг это его слабое место. А, подожди, стой! Я не знаю, какое оружие против него еще применить. Черт! Зато вампир! Зато вампир! Черт, совсем не высосал у него здоровье. Ну, это было очевидно, что он будет очень сложный. Ад пожирает праздных движения ключ к победе. Ну давай! Что ты вообще можешь? Покажи мне.
Ну, ты вообще много можешь, я это уже увидел. Блин. Мощный, однако. Ясно, в чем моя проблема. Он первый лазер пускает понизу, а второй поверху. А я прыгаю второй раз. Он мне уже больше снес хп, чем в тот раз. Ёмки. Смотри-ка, реально в мозг наносится чуть-чуть больше урона. Неужели этот парень и есть этот титан? Хотя, блин, я не помню. Возможно, его так и звали. Просто не помню, чтобы его вообще как-то называли. Ты смотри-ка, как хорошо получается, как хорошо получается. Ё-моё. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Так, осталось совсем немного ему. Граната-вампир. Граната-вампир. Эти гранаты сейчас были абсолютно бесполезные. Ё-моё! А смотри, а как тогда это пережить, если... Если он там шипы выпускает. Как его проходить на кошмаре, я не имею представления ни малейшего. Тихо. Смотри, супер шотган эффективен на любом расстоянии просто. И, кстати, эффективный способ избавиться от этих лазеров. Просто не дать ему выстрелить. Дробовик его станет. Вампир. Еще одна. Закончились патроны. Давай сбивчи попробуем. Еще раз. Черт, нет патронов. Да, я все делаю правильно. Похоже на то, по крайней мере. Черт! Ага. Ага. Все я. Все, два раза такой трюк не пройдет. Ага. С патронами вообще беда. Тихо.
как бы против тебя выстоять оставшиеся эти разы. Нет! Почти. Почти получилось. Но... как говорится, почти не считается. Все. Это точно последний раз. Интересно, это Оливия? Или все-таки это Титан? Нет, думаю, это Оливия. По крайней мере, по костюму похоже. Ну, поздравляю! По иерархии ты выше Бертругера. Так, теперь прямое попадание в мозг. Черт. Вовремя. Так, мечи нужно достать. Черт. Тихо! Будешь ты мне тут еще, а? Мне кажется, у него резист появился. Я начал наносить ему гораздо меньше урона. Так, где еще одна? Осталось совсем чуть-чуть. Он уже хромает. Ой. Ой, мама. Давай! Сделаем это! Да, мать твою! Все? Ну как оно? А чё, что патронов нету? Не, нормально. Владычица пауков. Золотой парень. Активация силка. Все что ли? А колодец? Окей. Или этого достаточно? Вы победили. Все окончено. Вы остановили вторжение и закрыли портал. Но это далось дорогой ценой, агент Вега. Вся наша деятельность. Понимаете, я следил за вашей работой, понимал вашу мотивацию. Вы думаете, единственный способ — это убить их всех, не оставить ничего? Возможно, вы правы, но мы не можем все так просто прикрыть. Без аргент энергии миру будет хуже. Я не жду, что вы со мной согласитесь. Но так мы сможем продолжить нашу работу. Эй. Я не злодей. Я делаю это все, потому что иного выбора нет. Перерасчет координат захвата завершен. Положи! Все время вышло. Положил игрушку назад. Мы не
допущу, чтобы вы нам мешали. Какого хрена? Меч! Увидимся. Эй! Ты отправил меня в ад? Какого черта? И это все? То есть на сиквел... Сиквел ремейка нас ждет, судя по всему. Черт! Это было нереально круто. Или подожди, это еще не все. Титров-то нету. Нет! Это все! Охренеть! Если честно, я под огромным впечатлением над этой игрой. Конечно, под конец она вылетела у меня аж 4 раза, но тем не менее. Я очень счастлив, что купил эту игру, прошел ее от начала до конца. Надо будет ее пройти еще на максимальном уровне сложности, хотя это будет и адски больно. О, я помню эту долбанную вышку из Assassin's Creed. Нахрена ее добавили? Плазган, блин, тут реально красивое оружие. Неплохая детализация, много динамических объектов. В бою все это летает, швыряется туда-сюда. Нереально красивая игра, проработанная. Мультиплеер тоже хорош, кстати. Что радует, там есть оружие абсолютно новое, которого нет в одиночной игре. Следует на совершенно другой опыт. Правда, это оружие херня, кроме снайперской винтовки, но тем не менее. Ну что могу еще сказать? Ждем сиквел? Это будет нечто крутое? Но такого я не видел в игре. А может и видел, но пропустил. Помните, когда я проходил третий Doom, я думал, что я знаю, в чем будет сюжет нового Doom. Но, тем не менее, я был неправ. Как думал я? Я думал, мы убьем кибердемона, но окажется, это еще не все. И главный враг, как бы это сказать, он в интернете. Типа, демон, он как вирус. И нашего думера отправили бы, как бы, в сеть, и там бы уже с ним пришлось бы сражаться. В принципе, здесь что-то такое. Я думал, Вега против нас восстанет, но такого не было. И под конец, Сэмюэль, он что-то такое задвинул, что, типа, он нас отправил в ад, я так понял. Конечно, придет время, он за это еще заплатит, но это было как-то немножечко неожиданно. Конец, конечно же, просто снес крышу. Превратил эту штуку в меч. Не знаю, мне понравилось. Очень. Действительно классная игра. Я бы не сказал, что она такая уж олдскульная, но то, что в ней есть дух старых игр, это да. Но тем не менее, она вобрала в себя много из новых проектов. Двойной прыжок, прокачка оружия и брони и многое другое. Очень доставило то, что здесь полно секретов. Пасхалы, которые я так и не нашел, ни одному маленькому думеру не дал 5, не нашел шлем Довокина. Вообще, дерьмово прошел эту игру, зато... А похвастаться-то и нечем по факту, даже не на хардкоре прошел. Плак-плак. И что самое удивительное, я никак не думал, что будет продолжение. Я думал просто, как ремейк. Ну нет, они решили продолжать эту серию, на что... На что, конечно же, можно сказать им спасибо и поставить большой плюс, но это было действительно неожиданно. Я, по-моему, это слово повторяю уже раз 5, но тем не менее, я действительно под впечатлением. Не сказал бы, что игра года, но игра сезона, это уж точно. Ну что ж, ждем сиквела. Всем спасибо за просмотр, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то ставьте лайки, оставляйте комментарии, смотрите другие прохождения, подписывайтесь на канал, если вы до сих пор этого еще не сделали. Всем удачи, всем пока! Так, стоять! Кое-что во время записи этого ролика я все-таки забыл сказать. Я сейчас ни в коем случае не хочу нагнать на Doom, но тем не менее, игра слишком медленная. В принципе, играбельная, и ритм игра держит, однако можно было бы это сделать чуть-чуть побыстрее. Но это не похоже на Doom, серьезно. Если честно, Killing Floor 2 намного больше походит на стандартные Doom'ы по своему геймплею. Быстро, бодренько, с расчлененкой, все это очень красиво и довольно-таки мясисто. Тем более с NVIDIA Flash
Чё-то там, в общем, какая-то конфигурация карточки от NVIDIA, которая отвечает за мясо, кишки, объемную жидкость, очень красиво. Тут такого нету. Вообще кровь какая-то не очень, если ее близко разглядывать. Такая с оттенком розоватого, малинового, что ли. Кровь должна быть темно-красная, я не знаю. Брутальная! В доме такого нету. Битвы с боссами понравились, но их всего две. А это печально. Блять, я хочу сразиться с Сэмюэлем. Интересно, сколько придется ждать новую часть? Ну, подробности мы, наверное, еще не скоро узнаем. Ну, как-то так. В общем, свою мысль я донес. Теперь можете насладиться титрами. Они, кстати, не въебаться какие долгие.